Всем привет! Это продолжение видео о ножах, выпущенных Case в коллаборации с снайфмейкером Tony Boss. Предыдущий ролик вы можете увидеть по ссылке в описании. Этот траппер выпущен в содружестве снайфмейкера Tony Boss и Case в 2000 году. Это также траппер, как и в 1999 году, но немного другой. Название у него Millennium Trapper. Также его называют Bullnose Trapper, что можно перевести как бычий нос. Это из-за его скругленной нижней части. Шильдик в виде щита, что характерно, что шилд переводится как щит. Модель немного толще стандартного 54-го траппера. Ссылки на ножи для сравнения я дам в описании к этому видео. Тираж этой модели 1000 штук. Накладки на рукоятки из кости. Тут два клинка интересной формы, что стандартно для модели траппер. Они винтажного типа и имеют фальш-лезвие. Этот нож в продаже встречается немного реже, чем тот нож за 1999 год, так как много их было приобретено на карман. Клинки из стали ATS-34, больстеры с сатинированием, лайнеры из нержавеющей стали. Длина в сложном состоянии 100 мм, длина мастер-клинка 81 мм, вес 120 грамм. Вообще траппер – это распространенная модель. Не только у компании Case, но и у других производителей. К слову, сотрудничество Tony Boss и Case привело также к появлению многих моделей, которые вошли в линейку продукции и выпускаются гораздо большими тиражами. Как пример, Back Pocket или Tear Drop. Обзоры этих ножей вы также можете увидеть по ссылкам в описании к этому видео. На сегодня это все. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До новых волнующих встреч. Продолжение следует. Подписывайся на канал Сергей Мейкс, чтобы узнать больше.